Более 500 килограммов круп и спецкормов. Такой необычный подарок волонтеры собрали для приюта бездомных животных села Ленина Пензенского района. Добровольцам помогли неравнодушные жители областного центра. Участие принимают большое количество учебных заведений. Это и школы, это и колледжи, это также и лицеи, гимназии, и детские сады. Жители относятся к этому спокойно, потому что понимают и входят в ту ситуацию тех людей, кому мы повезем это. У Марины Челноковой порядка 100 собак. Женщина уже не первый год помогает бездомным животным. Лечит, стерилизует, содержит исключительно за счет своих средств и помощи благотворителей. По возможности ищет четвероногим новых хозяев. Эти животные брошенные, потерянные, ненужные людям, которые вдруг оказались. Чаще всего они больны, чаще всего они пережили жестокое обращение от человека. И мы занимаемся их спасением, их лечением. И, естественно, в конце каждому пытаемся найти какой-то дом. Приют также нуждается в дополнительных мисках, ветпрепаратах и строительных материалах. Марина Владимировна признается, такая поддержка волонтеров – неоценимая помощь. Серьезно выручает, особенно сейчас, когда животных стало значительно больше. Они действительно нуждаются, особенно сейчас вот в это суровое время, которое часто люди начинают в первую очередь о себе заботиться в связи с условиями, вот, и про приюты забывают. Но, к сожалению, мы собираем, и вот этого какого-то корма его хватает не так долго, как хотелось бы. Вот поэтому хотелось бы призвать, если у вас кого-то есть желание, найти там группу молодежки, написать в личное сообщение, и, возможно, если у вас есть возможность и желание, нам какого-то корма привезти, чтобы мы его обязательно передали. Еще одна партия спецкормов была доставлена в приют бездомных животных в областном центре. Активисты призывают неравнодушных граждан, желающих помочь, обращаться в единый волонтерский центр, расположенный в Пензе на улице Советской.